По данным краевого ГИБДД, в прошлом году на Кубани по вине водителей автобусов совершено 162 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 16 человек погибло и 325 получили ранения. С начала этого года по вине водителей автобусов произошло 7 аварий, в том числе одна в Славянском районе. В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок в марте на территории Краснодарского края проводится первый этап профилактической операции «Автобус». В ходе проведения мероприятия особое внимание полицейских будет направлено на соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности, допуску водителей к пассажирским перевозкам, обеспечению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Также инспекторы проверят наличие у водителей необходимой документации и соблюдение норм пассажировместимости при перевозке людей. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно.